ООО «Экопласт» с вами 15 лет. Остекление балконов, входные межкомнатные двери на любой кошелек, натяжные потолки, входные группы защитной рольставни, автоматические ворота. Дарим скидки на окна до 35%. ООО «Экопласт», проспект Ильича, 21, вход со двора. Будет все равно это все, будет сводный какой-то результат, и мнение будет учтено при принятии законов, нормативных каких-то правовых актов. Кроме анкетирования, у нас запланированы и проводятся онлайн презентации с учебными заведениями. Вот 1 числа мы выходим в очном порядке, будем проводить лекцию в нашем социальном центре «Осень» для пожилых граждан. Проводятся конкурсы и иные мероприятия. В рамках анкетирования анкета предложена управлением Роспотребнадзора по Свердловской области. Я думаю, цель ее просто выявить, узнать мнение жителей Свердловской области вот на данную проблему. Проблема эта, конечно, глобальная. Там каждая страна решает ее в меру своих возможностей, свои какие-то нормативные документы принимает. Но вот у нас в Свердловской области, по-моему, это вот впервые такое вот проводится.